Приветствую, друзья! С вами Клинт 8. Сегодня я хочу поговорить о таком классе, как странник, и выбрать школу мастерства природа, а конкретно зов природы. Зов природы – это способность призывать волков для защиты главного героя и для, собственно, как основная атакующая сила. По-моему, это самый простой класс для начинающих, который не привязан к эквипменту, к оснащению персонажа. Неважно, какой у вас будет там инвентарь. Главное, что у вас всегда будут волки, которые защищают вас и наносят основной урон. Как вы видите, у меня сейчас 3 волка. Однако при максимальном улучшении до 16 уровня зов природы дает 2 количества существа. Давайте сейчас посмотрим вообще на этот скилл и что он, как он дает. По ней нужно пройти. Итак. Да будет так. На первом уровне вы сможете вызывать одного волка, который будет вас защищать или атаковать противников самостоятельно вблизи вас. И с каждым повышением этого умения, точнее, есть границы. Четвертый, пятый, и вот на 7 уровне, как вы видите, количество уже призванных существ будет 2, к примеру. Отменим. Если мы сейчас еще раз нажмем призвать волка, то предыдущий уходит, а новый является. Но если мы изучим до 7 уровня этот навык и вновь нажмем призвать волка, то у нас уже 2 волка. И так это будет до 16 уровня. То есть на максимум, изучив этот параметр, мы сможем вызывать всего лишь 2 волков. Ну, понятное дело, с каждым уровнем волки сильнее. Уровень волка, естественно, повышается. То есть первый призван остается первым, второй 7 уровня. Причем следующий призыв замещает самого последнего, точнее первого вызванного, и в итоге получается у нас сейчас 7 уровня и 16. Если мы сейчас призовем еще раз, то уберется 7 уровня. Вот так вот это работает. Теперь 2 16. Но, как вы видели в начале видео, что можно призывать 3 волка. Что для этого нужно? Для этого можно найти просто алтарь мастерства, который повысит и так уже имеющийся максимальный уровень зова природы еще на 4 параметра. И в итоге вы сможете вызвать волков 20 уровня. Однако достаточно всего лишь поднять этот навык на 2 уровня. Используя, к примеру, вот такие предметы. Плюс 1 очко ко всем умениям силы природы, силы веса. Смотрим. 17, вы видите, да? Количество пока что 2. И появилось у меня вот такой бродяжий оберег, который тоже повышает на 1 все навыки силы природы. 18. И смотрим, количество уже 3. Теперь 3 волка можно призывать. Смотрим. 18 уровень, 3 волк. И это максимум, что можно выжить с этого навыка. 3 волка. 3 волка, ну и получается, если найти еще какие-то предметы повышающие эту способность, то можно до 20 уровня и 20 уровня вызывать 3 волков. Мне кажется, это самый удачный скилл для начинающих игроков, самый удачный навык, и который вам позволит не просто быстро пройти на норме, пока что я играю на норме, на уровне сложности, быстро пройти норму, но и при этом фармить боссов и повышать свой эквипмент, оснащение, инвентарь. За этим все. Надеюсь, информация была для вас полезная. С вами был Клинт 8. Удачи, ребята.